едем покупать билеты в парк. Водный, подводный. Вот поедем. Хоть мы там каждый раз, когда мы бываем, но нам все равно очень нравится, да? Да? Мы уже практически подъехали к парку, да, я не сказала, сколько мы заплатили за 4, 2 плюс 2, то есть 2 взрослых и 2 ребенка, мы заплатили 299 шекелей. В эту стоимость не входит подводная прогулка на корабле таком маленьком, на лодке, вот, и в эту сумму не входит просмотр фильма. Сплошная пустыня. Хавата Гамали. Марежина Легон. Хавата Гамали. Камель Ранч. Это прогулки на верблюдах, прогулки на тракторе. Туда вот заезжаете, и там это все. И там это все в пустыне. Между гор. Риф отель. Не надо нам в Табу. Это Coral Beach Club. Отель тоже. Конечно, у кого нету машины, кто не на машине приезжает, то, конечно, далековато от центра. Вот. Мы, в принципе, на машине, для нас это как несложно. Осторожно, только не подскользнитесь. Сына, ну тут ничего нет. Где сыночка? О, да. Пойдемте, а то скоро будут акул кормить в 11 часов, нам же сказала женщина. А где акула? Давайте, становитесь все. Засовывайте свои мордочки. Да. Ой, какая большая рыба. Туна, может быть. Это тунец, да? Ой, какая красивая. Такая вода чистая, чистая. Иду, иду. Вон они там все, черепахи. Скучковались. А вон она одна внизу, внизу большая, но ее не видно, да? Вот, вот, они плывут, плывут. Здоровые такие. Что, что, сыночка? А, это называется, по-моему, попугай. Рыба-попугай. А, и попугай. Угу. Он нахлещет сын. Но при этом он не хочет.
Тут тоже рыбы есть. Тут везде рыбы. Да. Куда выходишь, выходишь, рыбы. Вау. Рамия, вот это вот тоже живое существо. Вот это как растение оно смотрится, но это живое существо. Смотри, где рыба. Это там, где Немо живет. Да, в мультике, да. Помните? Смотри, какая красивая. Ой, красота. Это не красивый. Надо руками, сыночка, а то еще вдруг укусит. Это пойдем посмотрим. Валя-ля, черепашка. Подожди-ка. Вот. О, гляньте, какие большие там рыбы. Это тунец тоже. Сейчас мы заходим в Окинариум, Shark World, мир акул. В 11 часов сейчас должны кормить акул, поэтому мы идем посмотреть на это зрелище. На улице жара. Испугался Даниэль. Даниэлька, ты думал, что это море? Классно сделано, да? Я тут. Сейчас будут кормить. Вон там уже водолаз сейчас спустился в воду. יש חלון נוסף בהמשך המסלול, גם שם רואים את ההכנה הזהה לחלוטין וגם שם יש הדרכה. אם אתם מעוניינים לא לעמוד מאחור, אתם יכולים להמשיך להתקדם במסלול ולראות ההכנה משם. Пойдем, перейдем в другой зал, что сказали, там тоже хорошо видно, чтобы не толпиться в одном месте. Поэтому мы переходим в другой зал, оттуда тоже все видно. Все сразу побежали в другой зал. أنا عشان الكاميرا مبين العادي. يا بطل كريش أبعيني. ما بس مدري أقول بقايا. من يقلصات ليه؟ Thank you.
называется, как строился этот парк. Вот так все это делается и строится. בעשור האחרון בני אדם הכחידו יותר מ-90% מהכרישים בכל העולם. זה גם למה עכשיו כריש הוא חייב מוגנת על פי חוק. בשנה לממוצע בני אדם הורגים... У скатов такие длинные хвосты, вот эта вот черненькая веревочка, это все его хвост. Даниэль, Жаля. Даниэль, собаку. А что он такой большой? Видишь, здоровый какой, да? Привет, привет. Такой хвост, да, у него прям вообще. Да. Что-то он там чистит, не знаю, что он там делает. Он как пластилин какой-то там что-то делает. Приклеивает их, что, чтобы они не отваливались. Сейчас мы уже находимся под водой. Есть вот такое вот здание, где вы можете спуститься. Вот, и наблюдать уже на вольных рыб, не те, которые сидят в аквариуме, а уже непосредственно в Красном море, на воле, если можно так сказать. Много-много-много рыбок, красивых кораллов. Мы тут подумаемся по этим нескончаемые, ой, как они называются на русском, забыла, ступеньки. Вау,
Класс. Лишь бы не выронить сейчас телефон. Ой, какая вода бирюзовая. Вообще. Фу. Пипец, какая-то красиво. О, ну это просто невозможно. А? Яни. Все? Это последний? Да. О, слава Богу. Богу слава. Фу. Мы залезли. Сколько там надо? Шекель, мама. Мы тут еще нашли какой-то мини-зоопарк возле магазина, там, где продают всякие штучки, дрючки, всякие брелочки. Вот он этот. Крокодилы, да. Значит, пираньи тут. Там, наверное, в том пирань. Это вот что за маленькие такие рыбки непонятные? Если они... А почему у них глаза красные? И выходишь, и выходим мы вот в такой магазинчик красивенький. Кстати, на набережной, где мы ходили гуляли, вот такие вот штучки в магазине мы купили за 12 шекелей. Здесь они стоят 20 шекелей. Выходим. Здесь есть еще одно помещение с дагимнедерим. Это какие-то особенные рыбы. Редкие рыбы, вот, редкие виды рыб. Сейчас пойдем посмотрим, что там такое. Мы здесь никогда не были, кстати. Тут странный запах. Немо! Вот он, Немо. Что тут, осьминог? И где он? Не знаю, он где он спрятался? Не знаю, где он. Осьминоги, они же как хамелеоны. Они меняют цвет. Где-то прячется, наверное, да. Пойдем, пойдем. Вау. Что тут красивая рыбка. А вот Дори, подружка Немо. А? Шуфе? Ну, дагим на дрима кто? Смотрите, какие-то щупальцы, что-то такое непонятное. Ой, вот это вот тоже. Все дышит, все живое. Там как грибы вообще. Вот гриб. Просто гриб. Вот какая рыба красивая. Морские коньки, они такие маленькие, их практически не видно. Вон раху, вон раху. А, это для детей. Сюда вход, оттуда выход, видишь? Можете пролезть туда. Тут темнота.
А где тут свет есть? Аккуратно, аккуратно. А ну-ка. Точно, это креветки. Мама. Да, видишь, она маскируется. Подожди, вот она. А что это за странная улитка? Странные какие водоросли, смотри, как шарики. А посмотри, какая видишь? Улитка. Да, видишь, какая большая улитка. Странная. Влезай, мама. Не стучи только. Мама, почему? Ну где? Вот я раз. Вот голову. Вот он. Да, да, да.